Уважаемые жители Северского района, с 3 апреля на территории Краснодарского края в рамках карантинных мер вводятся специальные пропуска на передвижение. Право на перемещение имеют определенные категории граждан и предприятий, которые указаны в постановлении губернатора номер 185 от 31 марта 2020 года с изменениями и дополнениями. Подробный порядок получения пропусков для организаций и индивидуальных предприятий размещен на официальном сайте администрации Северского района. Также за информацией можно обратиться в ЕДДС Северского района по номеру телефона 254-20-246-40. Обращаю ваше внимание, что за оформлением специальных пропусков не нужно приезжать лично. Вся процедура будет организована дистанционно. После согласования ваших заявок с каждым свяжутся. Руководители предприятий лично отвечают за достоверность представленного перечня автомобилей, который необходим для работы организаций в условиях карантина. Для того, чтобы отслеживать правомерность выдачи пропусков, будут организованы проверки, в том числе сотрудниками правоохранительных органов. На нарушителей будут накладывать штрафы до 40 тысяч рублей. Дорогие друзья, прошу вас ответственно и с пониманием отнестись к принятым мерам. Жизнь людей превыше всего –